В Мурманске стало меньше преступлений. По статистике, представленной городским отделом полиции, в прошлом году число правонарушений снизилось на 25%. На первом месте антирейтинга из года в год остаются хищения, мошенничество и грабежи. Мурманскими полицейскими в прошлом году раскрыто свыше 3000 преступлений. Специалисты изъяли из незаконного оборота 65 килограммов наркотических веществ. Помимо этого, специалисты УМВД боролись с коррупцией и нарушениями закона в сфере экономики. Благодаря контролю силовиков стало безопаснее и в общественных местах. В 2016-м на территории города не было массовых беспорядков или тем более терактов. Несмотря на то, что начальнику мурманской полиции придется отчитываться перед депутатами горсовета, в итоге в итоговом брифинге принял участие и глава муниципального образования Дмитрий Филиппов. За 2016 год свыше 100 тысяч горожан обратились в дежурную часть управления. И вот статистика действительно говорит о том, что есть снижение тенденции преступности, но тем не менее обращения есть. Интересно понять, по каким вопросам обращаются граждане, о каких нарушениях заявляют.